Расул Гамзатов не только поэт, это живая легенда и гордость всего Дагестана. В этом году исполняется столетие со дня рождения великого человека, чье творчество внесло огромный вклад в региональную и российскую культуру. По этому случаю 21 февраля в Центральной библиотеке имени Фазу Алиевой города Касписка состоялось тематическое мероприятие «Поэт на все времена» в рамках клуба «Этноперсона». Учитывая значительный вклад Расула Гамзатовича в отечественную культуру, президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в России столетия со дня рождения великого поэта. На мероприятии присутствовали учащиеся школ города, председатель регионального всероссийского движения «Матери России» Таиса Магомедова, советский российский ученый, политолог, почетный гражданин Касписка Герман Кириленко и многие другие. Герман Васильевич вспоминает, как, будучи школьником, учил стихотворение его отца Гамзата Цадасы. Его сын Расул был тогда только студентом. Мы видели его, обращали внимание, но думали, папа у него такой выдающийся поэт Дагестана. Ну и он, как всякий сын, уважающий своего отца. Теперь сегодня я невольно задумываюсь, вот сколько знаю великих людей, больших, известных, ну даже начнем исторических, вот посмотрим на портреты писателей, у кого из них сын превзошел своего отца? На встрече памяти поэта звучали произведения Расула Гамзатова, биография о его жизни и творчестве, а также были показаны тематические видеоролики. Как отметили ведущие, сегодня герои нашего времени воспитываются на стихах великого поэта и совершают подвиги. Анастасия Колесникова, Сиражуддин Магомедов, новости, телеканал «Среда».